Здравствуйте. Сегодня вторник, 21 июня. Около 6 часов вечера, а на улице 27,3. Сильный ветер, правда. Может быть, дождь будет, но он прошел, такой небольшой. Вот, я побоялась, что будет ветер. Решила клубнику немножко и по розовей собрать. Вот собрала я целую миску, частично вымыла и перебрала в морозилку пакетик на заморозку на зиму. Вот, а это вот оставила на еду. Сегодня вот пожарили картошку и сделали салат из огурцов с укропом. Ну, уже мы поужинали, а это вот немножко не доели осталось. Огурцы сегодня сняла, наверное, штук 10 огурцов. Пошли огурцы полным ходом. Так, это у меня рабочая миска. Это я еще сейчас буду перебирать, мыть. Вот такой урожай. Слава Богу, наступил. Расцвела у меня вот такая полосатая фиалочка. Это я пикировала, вернее, листики укореняла. Вот эти еще нет. Еще новый листик посадила. Вот такая красота. Кто смотрит мой канал, помнит, что я собрала семена от цикламена и посеяла. Вот, теперь мои цикламенчики подросли и сегодня увидели чудо. Они должны зимой вроде цвести. А они вот выкинули цветоносы. Вот он, который повыше. И собирается цвести. Так, тут некоторые листья сбросили. Может быть, пойдут, не пойдут. Вот он цвести тоже собирается. Вот, и еще у меня в другом месте. Но там надо тоже посмотреть. А этот прямо меня удивил. Вот сколько их там. Угу.